Чистота не залог здоровья. Это я поняла, когда начала встречаться с огромным количеством аллергий из-за того, что мама моет, чистит, кипятит, все стерильно. И когда я стала сталкиваться с тем, что нехватка микробиома приводит к частым заболеваемостям детей. Поэтому залог здоровья – это ваш микробиом, который находится внутри вашего кишечника. Формировать его можно грязными руками, немытыми овощами и фруктами. Но во всем есть золотая середина. Конечно же, нельзя на уже грязный кишечник закидывать еще больше грязи. Тогда будет точно дисбаланс. Делайте выводы. Пробиотики, симбиотики, конечно, выход в данной ситуации. Но опять же, если в кишечник приходит новая микробиота, то старую нужно прежде удалить. Если она там есть, то уже в наших больших городах в кишечнике уже кто-то живет, то там просто некому будет поселиться.